А спонсором этого выпуска является сайт itemsexpert.ru. Это беспроигрышный... Да блин, все вы прекрасно знаете, что это за сайт. Я лишь скажу, что весь июль у вас есть шанс при покупке рандомной вещи получить HDK-хук. И при покупке 5 оружек из CSGO тайного качества вы получите АВП Азимов или нож в подарок. Ссылка в описании. Дизлайк за рекламу, продался, ты ведь развод! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Макс, и сегодня мы наконец-таки покатаем в Dota Reborn, и это пользовательский мод, который называется Skillshot Wars. Никак у меня руки не доходили до всех этих модов, а вот сегодня проснулся, прям такое желание было просто поиграть по фану, не парясь вообще ни о чем. И, собственно, в чем суть этого мода, спросите вы меня. Все просто. У нас есть 4 скилла, которыми нужно попадать точечно, то есть хук, эра умираны, санстрайк инвокера и хукшот самого хокера, за которого я играю. Вот так вот хукаем, стан, иракна, и наш килл первый. Теперь вот так вот, даем санстрайк, хукаем мирану, чтобы ее не убили, все хорошо, все прекрасно. Потайная лавка, кстати, у нас находится вон там, аж где-то в краю. Ой, мипа. Оба! Дабл килл. Все хорошо. Я уже в этот мод разок сыграл. Мы играли 2 против 3. Ну, то есть тут можно и не полным составом играть, без разницы. Так вот. Амахасла. Амахасла. Оба! Рампаги нет. Ладно, ладно. Это было бы слишком круто. Ну, мы их уже давим. Счет... Точнее, игра ведется до 50 очков. То есть, когда 50 киллов одна из команд сделает, то все, в принципе, она считается победителем. Ну что ж, вот тут вот потайная лавка у нас. Айтемов немного. Вот все, что есть. То есть, варды для вижена также. Тут все как обычно. Купим обычный себе сапог. Это 1000. Я вот это не знаю, что это такое. Короче, Vision дает или что-то так, что-то в этом роде. Я не топ English и не могу так дословно прям перевести. Но что-то с Vision связано, короче. Я ее не покупал, да и не надо, и не буду. Тут главное блинк вывести. Блинк и травела. Вот самые два айтема, которые нужны. О, антимаг уже ливнул. Не понравился ему, видимо, ультракил от меня. 2-9 счет. Мипа тут с ДД. Я впервые вижу, что здесь руны появляются. Потому что когда мы играли... Мы в основном с пуджиком стояли вот здесь. И пацанов таскали под фонтанчик. Да, это фонтан. Здесь также стреляется. Все. Амахасла. Амахасла. Ну ты мудак, конечно, минер. Вот что я тебе могу сказать. Братан, ты куда? На тебе санстрайк. О, он полетел на фонтан к себе. Я в этой части карты вообще не был. У меня аж язык заплетается, потому что реально начнется трэш. Да начнется трэш, вот так надо ролик назвать. Антимаг ливнутый уже, поэтому мы быстренько закончим и начнем заново, да? Что происходит? Ой, мама. Сейчас как уконут меня под фонтан. Амахасла. Амахасла. Пуджика, как мандавошку просто в разные стороны. Пуджик, живи. Тут есть, кстати, айтем, который свапать позволяет. Ну вы мудаки, конечно. Пуш, я тебя засейвил, а ты, значит, меня как падаль бросил здесь. У самого хук есть. Это, кстати, здесь численное преимущество практически ничего не значит. Не знаю, как в 5... Ну, когда мы пятером против четверых играем, но когда в 2 в 3 мы выигрывали. Ну, там я тащил, я вообще бог. Там микроконтроля, все дела, все айтемы юзались. Да блинка чуть-чуть. Блин, здесь стоит не 2000, как в обычном режиме, а 1500. Тут все, в принципе, стоит 1500 практически. Вот. Опа. Ой, разорвало. Инворкило. Амахасла. Амахасла. Это мой парень. Ну ты...
Ты мудак или кто? Как тебя еще назвать, Пуш? Вот так вот. У кого-то там уже травола есть, а я пойду за блинком. Это будет круто. Это очень полезный айтем здесь. Я так с ним манси... О, 4 на 4. Все хорошо. Мирана ливнутая. Все превосходно просто. КД такой же. Бля, я в какие-то дебри забрел. Где вот их фонтан? Я вот немножко не пойму. Ага. Вот, так то мы далеко. Можно запросто их таскать. Вот это такие вот мувики опасные, конечно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так вот. Минер-то 5-секундочку словил. Тинкер тоже ливнул. Окей, пацаны. Значит, так вы, да, решаете вопросы. Вот моя стрела точечная. Нет! Ой-ой-ой, какой я кривой. Давайте. Нет, Тинкер переподключился, так что мы все еще их давим. У меня очень мало хп. Здесь, кстати, есть фласочка. Я, пожалуй, отойду. Также в это ХГ для вардов, все дела. О, иллюзии. Отлично. Да где наш там фонтан? В атаку! Так, сейчас санстрайки точечные будут. Ой, братан, ты бы бежал, конечно. Он не бежит. Он развернулся. Кстати, здесь нельзя заапгрейдить, допустим, вот эти самые бутсы обычные. И ТПшки нельзя покупать. Плохо. Короче, чтобы превратить их в травела... Да, у вас не получится их превратить в травела. Вот о чем я хочу говорить, сказать. Говорить. Опа. Короче, надо отдельно покупать и травела, и бутсы. Зачем я его откукал-то от санстрайка? Так. Антимаг так убого выглядит в этой... Вот опять у меня доминирующая серия, все дела. Ой-ой-ой-ой-ой, бежать! Бежать, пацаны! Куда, блядь? Уа, стрела! Твою-то мать, сдох. Ладно, сейчас надо... Кстати, я здесь смоки даже, вот. Вот так вот могу. Пойду за травелами. Оба. И все, и бежим. 16:31. Это все скоро кончится. Такой наркоманией я давно не занимался, но мне это нравится. И в плане графона что-то здесь есть. Что-то такое здесь все-таки... изменили. Вот, видите, на меня мипа может цепаться. То есть тут травела такие, усиленные. Можно телепортироваться на героев. Крипов-то тут нет, конечно. И они довольно быстро... А, вот ты запустил эту херню. Он летит, видите? Это, да, вижен дает, типа, как, не знаю, как курица у этого, у бестмастера. О, я настоящего, кажется, куканул. Да, в натуре. Ох, я там в толпе как-то еще раздавать умудряюсь, но. А, то там все иллюзии. Точняк, что я хотел-то? На что я вообще рассчитывал? Вот смотрите, сейчас он... Ладно, я бы так красиво сейчас сделал, если бы за вот эту штуку зашел. Блин, я себя потерял. А, вон он я в кустах.
Думаю, где я? Куда пропал? Пожалуйста, нет, меня закидывают. Все, я ухожу. Сколько у них? Один секунд, когда? О, отлично, я похилил как раз. Так. Давайте вардов с собой возьмем, а то никто их не покупает, никто их не ставит. Здесь. Да ёпта, ты сдох, ещё мудак. Амахасла. Опа. Амахасла. Опять у меня серия. Вот так вот, пацаны. ДДшечка. Сейчас возьмем. И вижена. Ага, там травала быстро очень ТП-шится, не как в обычной игре. Да вот мудаки! Все слил. Все вард ставило. Где, куда тут вард-то можно воткнуть? Ну, ой-ой-ой! Что это было? Минёрт хорош, додумался отойти. Эх, ладно, слишком я залез не на свою территорию. Ой, инвалиды! Ой! Все промазал. Куда? Куда? Прошмандовка. Да ёпта! Да вы издеваетесь. О, настиг таки. Чем-то да попал. О, братан, ты сам к нам в руки идешь. Зря вот это я делаю. Надо получше как-то раскидываться. Он все равно мой. Братаны, он мой, точно. Опа, инворкил. Куда побежал? Инворкил. Ты где? Да ёпта! Они закрывают специально, чтобы никто ничем не попал, чтобы им килл достался. 24-44. Весело, ребята, как ни крути. Я такой херней заниматься не особо люблю, но это, блин, весело. А! Не успел. Да ё-моё, куда меня свапнули? Вот этот вот гем там свапать позволяет. Вот этот вот. Написано гему. И все равно он свапает. Вот этот гем. Хрен вам, ребятушки, я тоже так умею. Ну только у него регенка от фонтана. Так, все равно тебя накажали. Вот это смех, конечно, плоскошка. Да ё-моё, всех расхватали. Опа. Опа. Ой. Так, никто за мной не хочет больше идти. Ни хрена себе тут АМ раздает. Ё-моё, чё? Ой-ой-ой-ой-ой. А, все, мы выиграли. Окей. У кого там больше всего киллов? 18 у меня. Ну, конечно, конечно, ребят. Два раза умер, да? Ну, вот кто тут царила. Я уже второй раз эту катку выигрываю просто-напросто. Так, ну что, мы продолжим. Как ни крути, мне все равно Dota Reborn нравится. Кто бы что ни говорил. И графон здесь подкрученный, есть такое, да. Многие говорят, я не вижу разницы. Не знаю, разница невелика, но она есть все-таки. И по оптимизации совсем другое дело. То есть вот эти менюшки совершенно не лагают. В главное меню заходишь, все, никаких лагов там, ничего подобного. Все плавненько, все четко, все быстро. Вот за что мне Dota Reborn нравится. И плюс вот эти моды, это, конечно, весело. Это разнообразие добавляет просто огромного. Потому что
Это сейчас только тут, ну, Dota Reborn же недавно вышла, да, и уже довольно нехилое такое количество модов есть. А в дальнейшем ребята наверняка будут придумывать всякие там, не знаю, не побоюсь этого слова, майнкрафтерские какие-то моды, где можно будет что-то крафтить, что-то добывать, там стоишь пуджом кир с киркой и херачишь какие-то камни, дерево. Не знаю, это, конечно, мои фантазии, но что-то подобное, я думаю, появится, потому что Dota вот именно сейчас, она как раз-таки очень годится для модостроения и всего прочего. Ну, конечно, пудж с киркой это я перегнул, наверное, но я думаю, вы поняли, что я имел в виду. Какие-то глобальные моды, а не такое, типа Pudge Wars или Skillshot Wars. Там есть еще где отбивать атаки сандкингов. Куча сандкингов есть. Все такое довольно, ну, не крупное, что ли, не глобальное. Но, тем не менее, интересное. И мне вот в это прям по душе играть. У меня, кстати, на аккаунте Low Priority, потому что я пытался записать шейкера в кэрри. Ну и знаете, не понимают этого люди на 4К ММР, не понимают. Я на второй аккаунт заходил во время стрима, 5.7К где у меня, пикал шейкера в кэрри, писал, что я фармить, и в принципе все были довольны, все были рады. Ну вот у нас парень не загрузился, значит будем предпринимать вторую попытку запустить эту игру. Но мы запустим ее. Но я это все дело вырежу, естественно. Итак, вторая каточка, ребятки. Собственно, все прогрузились. Ох ты, мы с другой стороны заспавнились. Обычно я спавнился вот здесь. Но ничего. Сейчас у нас будет мираночка. Давайте ничего не будем покупать. За 750 тапки сначала купим. Потому что у нас очень маленький move speed. Всего лишь 350. Ой. Это я что уже словил? Как они так быстро добежали-то отсюда? Пятибалочку такую неплохую мне отвесили. Ну хорошо, хорошо, я сейчас буду мстить. Кто мне, интересно, отвесил ее? Стрелы летят просто как в какую-то войну, не знаю, турецкую. Столько стрел. Оба. Оба. Оба, Мирана First Blood. Хорошо. Отходим теперь. Сейчас сначала люди так аккуратненько со своих позиций откидываются. Опа! Вот как мне везет. Уже двойное убийство. Ой-ой-ой, стрела летит. Стрела летит, это нехорошо. Так, надо предохраниться немного. И пойду я, пожалуй, за тапками. У чувака ник. Никс. Тапочки, тапочки. Оба, отлично. Уже 425 мувспида. Все, я неуловим. Я очень быстро бегаю. Но почему-то я вот сейчас играю за Мирану, и мне так и хочется липнуться куда-нибудь. Но этого нельзя сделать. Ух ты. Додумались таки его хукануть, свои союзники, чтобы засейвить. Окей, я иду в атаку. Вы какие-то сыкуны, если честно. О! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты куда собрался? Братан, я не тебя хотел. Ох я, ой да я. Вот что значит, да, в доту играю. Ой, его сбрило. Я хотел по таймингу ему дать еще хук. Ну ладно, все хорошо, 9-5. Кстати, кто-то наш уже сдох. Ну ясно, минер. Я, кстати, ой, чуть жопой своей не словил стрелу. Я на минере еще раз скатал, не на запись, потому что у меня что-то было с записывающим устройством не то. Какая-то задержка большая. Ой, я тебя попал. Смотри, братан, тогда. Братаны! Не разродился таки. Долгая очень стрела какая-то. Я не знаю, что здесь за станы. Еще он мне еще и хукшотом попал. Длительность оглушения 2. Здесь как обычно. Ну что-то прям как-то очень долго. Да ё-моё. Что творится-то тут? Что тут творится? Эй, тихо. Ой, стрела летит. Стрела летит. Собака. Меня вот такие ситуации вообще бесят. Когда не могу отмансить.
Ох, на хосте, парень. На хосте, парень. Вот так вот. Ух, как мы играем-то. Ой, львы. Львиные львы просто. Да ой, боже ж ты мой. Не ты, так другой. Получи. Фашист. Кто меня еще стрелой попал? Но я за собой затянул этого антимага. Я помер, но за собой я этого чмыря утянул на тот свет. А, у нас 1900. Блин, надо за блинком гнать уже быстрее. Сейчас, может, еще страйк дадим точечный. Инвокер до сих пор жив? Что? Ой, я не туда пошел. Вот опять. Вот этот вот хай... Ой, тут кто-то уже охотится на меня. Не дай боже, ты на меня там хукать собрался. А, окей. Тинкер? Тинкер? А, это санстрайк Тинкера был, я думаю. Откуда он там вообще взялся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Я не пойму, где кто воюет вообще. Что за... Вот это да! Вы это видели просто? Это мувики, демка. Вот это я мучу. Ой, я его все-таки хуканул. Ой-ой-ой. Так, мувики демка будут? Нет, как пролетел-то мимо него? Все, всем промазал опять. Меня как мандавошку, туда-сюда, обратно. Ой, хорошо, меня закрыли, конечно. Свои. А ты, братан, там чё? Как ты, блин, кануться-то смог? Ё-моё. Ух я! Вот это называется... Как это? Как это называется? Не знаю, как это называется. Я хотел сказать, но что-то из ума прям вылетело. Вот это! Вот это называется скилл. А вот это уже называется изнасилование Мираны. Мирану изнасиловали в очко! Так, мне надо купить тревела. Без тревелов жизнь не мила. Ё-моё, откуда стрела-то тут вообще? Смотрите, санстрайков сейчас 1000 будет. Хотя я фуловый, я от фонтана еще регенился. Это круто. Так, куда-то он, видимо, блинканулся. Хорошо, ману тут. Не тратится. Братишки, бежать надо. Оба. Так, отмансил. Опа, вот это я. Вот это опять мой выход. Мой звездный час. Это мой звездный фейл. Поторопился. Хорошо. Хорошо. Второй. Третий, точнее. Ну где там все-то? А, он ливнул, ясно. Опять мою господствующую серию убили. Я думаю, что он АФК стоит? Я думаю, неужели там анимация просто стана не прогружается, и он так долго стоит в нем? Так, надо... Во, вот это гем. Это свап. Это называется гем, но это свап. Нас просто всячески вводят в заблуждение. Окей. Да как ты так быстро бегаешь-то, братан?
Ага. Мансиш, конечно, как бог. Ой. Товарищ бог, ты живой остался. В итоге. Или у тебя резист из-за этой мантии? А, у тебя нет ее мантии. Или есть? Я просто на него попасть даже не могу. Окей. Сейчас страйки будут. Страйки. Ну, 33-30, да мы еще и всасываем немного. Совсем чуть-чуть. Ой, а тут уже бежать надо как-то. Это может плохо для нас кончиться. Вот это, да? Меня хуканули. Ладно, пойду за этим свапом. С ним будет вообще легче мансовать намного. У них пуджа нету. 32-35, они тем не менее нас дерут немного. Так. Свапчик. Даже вот так вот сделаем. Смотрите. Хоба. Вот Мирана. Так Мирана. И кдэшся он довольно мало. Рэнджа большая. Рэнджу тут не пишут или пишут? Да, раньше 1300. Его не показывает просто. Двоих подряд. Вот я. Так я. А, это на ХГ мы стояли еще. Окей, понятно. Хукшот кто-то шмальнул, промазал. О, Мипа. Он там регенится от фонтана. Окей. Братаны, прикройте, пожалуйста. Jesus Christ. А, ты не хотел даже убегать, что ли? Ну, отлично. Мне нравится, как меня хукает. Ну ладно, я на фонтан сейчас гоняю по-быстренькому. Куплю здесь, допустим, варды, смоки. Нажму так Б, и все, и подрапал. Блинк. Хорошо, бежим. В никуда. Вот его там разрывает, так разрывает. Не сгребсти мне бы такой нелепый хукшот. Ой, сгреб. Что происходит? Там Мипа как будто пуфается, такая анимация тоже тупая. А, это иллюзия. Я думал, он с настоящим бегает. Ошибался я. Вот так вот тебе. Свап хорошая штука, если честно. Прям. Братан, тебя разрывает? Да ёлки-палки, вы задолбали их таскать. Вы молодцы, конечно, да. А это иллюзия, лол. Так, я ухожу. Надеюсь, меня сейчас хукшотом никто не фиганет. 45, 5 киллов и все, и мы изи их вздрючиваем. Вот и конец игры. Ну там пуджа только то, что нету, не знаю. Опять какой-то дисбаланс, скажите, несправедливо. Вот это я мучу. О-о-о. Пошла жара в хату. Так, где ты там настоящий? Ой, попал, нихера себе. Жесткий какой, мачо. Вот туда вард. Опа, стрела. Все четко. Анимация эта. Тупая, блин, не успел его свапнуть. Окей, ты сейчас по-любому сюда. А, ты вон уже.
Да ё-моё! А, он же дисконнектнулся. Все, последние киллы были, это пуч. Ох, весело, конечно. Весело. Ну ничего. Хоть третью записывай. Мне нравится эта штука. Очень нравится. 25. Опять, ну ёпта. 25 опять. Даже рифманул как бог. Всем спасибо, всем пока.